нам завтра приглашаться в 9, если вы уже здесь? Мы видели проект. Смотрите, проект жители не очень устраивают, да, потому что компания... Тогда квартиры здесь. В смысле? Когда мы квартиры покупали, у нас этого дома не было. Здесь должна быть стоянка быть. Мы квартиру... Вот, мы и задаем. Кому? А тут трехподъездный дом сразу вырос. Перенести мусор чуть-чуть. А устроили это? Вы нас будете наказывать, не эту компанию. Проблема была в том, что мы готовы были взять площадку на себя и полностью ее смотреть. На все четыре дома. Они все на себя берут. И оформление. Мы этот дом. Компания туда не выкидывает. Они вам начинают пихать во дворы и площадки. Зачем нам будет завтра в 9? Хотите, я вам проект покажу? Давайте собрать деньги, покажу, нанять машину, и к нему домой это все отвезти. Мы хотели, мы сегодня уже были в администрации. Я бы собрать эти книжки и отвезти в администрацию. Так, ну что? Как это нам поможет? Ну, посмотрим, он будет подать. Все, что хочешь. Она там не должна быть. Потому что... А спорьте в суде, вот дома, это когда-нибудь. И как я там ходила по коридорам, они воюют, понимаете? Они со всеми управляющими компаниями воюют. У них такая логика, что все плохие, а Мулавта хорошая. Вот и все. Поэтому всеми возможными способами проспект строители хотели, типа вы отжать. Понятно, почему вы как представитель администрации? Поэтому они сами воюют. И вот есть можно. Зачем? Ребята, со вкусом вообще разговаривать бесполезно. Можно зацепить. Он упертый, как воды. Да. И все. 9 подсоединилось. ЦАФ Полтавска 29, Полтавска 31 подсоединилось. Вы опять раз, вы должны решить этот момент. Это все жизнь была. Давайте я вам машину положу. Окей? Вы почему настолько сильно идете против народа? Мы вам объясняли. Вы напишите хотя бы заявление. Написано. Ну покажи, чего вы находитесь. В земельном комитете. У вашего юриста. У вашего юриста.